Ну, впечатление двоякое. Хотелось выиграть все-таки, установку дома играли, но не получилось. А радостный, в принципе, что сумел первый гол забить. Первый гол на профессиональном уровне, да. И первым же касанием. Ну да. Каким гол запомнился? Подача была, Никифоров скинул защитник, мне было только добежать и ударить, пробить. Я попал. Ну, в принципе, до этого моменты были. Тоже. Не особо. Особо не было, да. Бондарь там отмечал. Я имею в виду моменты по игре, он так вот похвалил последний матч. Последний матч? Ну, цеплялся, старался. Тренерскую установку выполнял. И вроде как удовлетворен был тренер. Ну, кто-то из знакомых был сегодня в стадионе? Да, друзья приехали из Жуковска. Так что есть кому поздравить. Ну, да. Ну, и следующий матч заключительный в этом сезоне домашний. Да, должны выиграть. Задача стоит выиграть. Хоть болельщиков порадовать. Приходят на стадион. Спасибо им большое. Будем стараться. Угу.